Всем привет! Не забудьте подписаться на канал, здесь много интересного. Карина Разумовская – российская актриса театра и кино. Карина приобрела популярность у телезрителей после выхода на экраны мелодрамы «Адъютанта любви» и криминального сериала «Мажор». В этих сериалах Разумовская сыграла главные женские роли. Первую взрослую роль Карина получила, будучи студенткой первого курса театральной академии. Разумовская сыграла тихую девушку Катю в лирической мелодраме «Ковчег». На сегодняшний день Карина является довольно востребованной актрисой российского кино. Ежегодно она принимает участие в съемках многочисленных фильмов. В 2009 году она снялась в 7 картинах, что для артистки является личным рекордом. Одной из последних заметных работ Разумовской стало участие в сериале «Мажор», где девушке досталась главная женская роль капитана отдела полиции Виктории Родионовой. Партнером актрисы по сериалу стал Павел Прилучный. О своей личной жизни Карина Разумовская не любит рассказывать, всячески избегая любых вопросов в интервью. Со своим мужем Артемом Карасевым девушка познакомилась в театральной академии. Между ними завязался роман, который спустя 4 года привел к браку. Свадьбу сыграли в канун новогодней ночи 2005 года. Почти все время пара пребывала в постоянных разъездах и подолгу не виделась. Отношения между супругами не сложились. И по некоторым причинам, которые Карина старается не разглашать, 6 лет спустя артисты развелись. Во время съемок в сериале «Мажор» актриса рассказала журналистам, что встречается с Егором Бурдиным. Пара знакома уже 8 лет. Разумовская и Бурдин в прошлом состояли в отношениях, но разошлись и создали семьи. После того, как оба развелись, влюбленные решили попробовать построить отношения заново. В свободное время актриса занимается многочисленными хобби. Карина обожает готовить, осваивает итальянскую кухню. Собственные кулинарные шедевры артистка приносит друзьям и коллегам в театр. Карина также увлекается спортом и йогой. Актриса любит творчество, рисует акварелью и вышивает крестиком. Напишите в комментариях, о ком бы вы хотели еще узнать побольше, и видео обязательно появится на нашем канале. Прошу оценить это видео лайком или дизлайком. Подписывайтесь на канал, чтобы больше знать о звездах российского кино. Увидимся в следующем видео.